Открывшийся 2 года назад в Булатниковском сельском поселении детский сад «Жар-птица» за это недолгое время успел стать настоящим домом для сотен местных мальчишек и девчонок. Здесь всегда радостно и весело, и редкие праздники обходятся без концертов и выступлений. Что ты спрятала в ладони, стали спрашивать меня? Я ладонь дрожала, счастье держала. Трогательные стихи, лирические песни, танцевальные номера. Юные артисты очень волнуются и очень стараются. И пусть их движения неловкие, а голоса иногда дрожат, некоторые на сцене впервые. Но неподдельная детская любовь и искренность никого не оставляют равнодушными. В зрительном зале, конечно же, мамы. Они не только поддержат аплодисментами, но и с радостью поучаствуют в выступлениях. В этом детском саду родители вообще очень активны. Многие из них со своими малышами делают поделки. На стендах можно увидеть совместные работы, которые, между прочим, неоднократно были отмечены на различных конкурсах. 2 из 5 детей Лилии Синьковой ходят в «Жар-птицу», а вопрос о том, куда в скором времени отдать младшего сына, даже не возникает. Ведь здесь, по мнению многодетной мамы, раскрытию творческих талантов уделяется большое внимание. Обязательно признание талантов своих детей. Даже если он просто скажет 2 слова, мамочка, поздравляю. Самое важное вот, – прийти, присутствовать и оценить его талант. Ни одного концерта не пропускаете? Нет, никогда. Да, даже когда я работала, всегда отпрашивалась. Кстати, среди воспитанников детского сада немало ребят из многодетных семей. Таких семей у нас около 17. Они участвуют у нас в различных конкурсах, поделках, в спектаклях. Все дети с удовольствием занимаются кружковой деятельностью. И результат их работы виден тогда, когда мы объявляем тот или иной конкурс. И практически из 280 детей 120 детей всегда участвуют в этих конкурсах. И уже сейчас в «Жар-птице» активно готовятся к встрече грядущего Нового года. Праздничный концерт обещает стать настоящим сюрпризом.